Служба безопасности Украины задержала вражеского агента в пригороде Харькова. Об этом сообщили украинские СМИ. По данным правоохранителей, житель Харькова был завербован российской спецслужбой через интернет. Мужчина передавал куратору данные о дислокации ВСУ и других военных. Также он фиксировал координаты блокпостов в Харьковской области и военные укрепления. Спецназовцы службы безопасности задержали его при выполнении очередного задания. Представляем вам кадры операции.